Дорогие друзья, сегодня ко мне пришла очень интересная посылка из Белгородской области. И за нее я очень благодарю Надежду Кирнос. Хотелось бы отметить, что эта многодетная семья из Белгородской области подарила очень хорошие, классные черенки винограда Reliance Pink Seedless RPS. Это надежные, розовые, бескостные. Что хотелось бы сказать, я решил сделать флешмоб, поскольку тоже занимаюсь любительским выращиванием винограда, и хочу такой флешмоб сделать, что многодетная семья дарит многодетной семье. Вот у меня не было Reliance RPS, вот, и мне его подарили просто так, без денег. Вот, но у меня есть другие зато сорта, у меня есть вот немножко Каталонии, немножко Аркадии, Ливия есть, вот, память учителя, Велес и другие сорта. И я эти сорта все вывешу в своем посте, напишу, какие возможны. Если вдруг много будет многодетных семей, которым нужен виноград, то я смогу и следующую осенью с удовольствием подарить, поскольку это для меня не коммерческий проект, и это просто любительское выращивание винограда в условиях Подмосковья. Я с сыном с удовольствием это делаю. И хотелось бы таким образом сделать дальше подарок всем многодетным семьям России, вот, в виде подарков из черенков винограда, исключительно виноград, ну, для ягод, это столовые сорта будут. И, собственно говоря, давайте вместе друг другу дарить черенки, ну и, соответственно, возможность вкусно кушать ягоды. А теперь я хочу вскрыть при вас. Я уже на ночь намочил, честно вам сразу скажу. Вот. Прямо в упаковке, чтобы у меня черенки не подсыхали. Сейчас мы вместе с вами их раскроем, достанем. Здесь очень старательно их упаковывали. Так, сейчас. Я знаю, что очень большое количество любителей, вот, в северных регионах нашей страны, которые тоже выращивают, даже в Сибири, в Вологодской области, там, в Ленинградской области. Я на многих из них подписан. Мне очень приятно за виноградарями наблюдать. Посмотрите, какие красивые, классные черенки. Чем классен этот американский кишмиш? Тем, что у него идеально зреет лоза. Вот, вы видите, насколько идеально вызревшая. Он рано созревает, ну, то есть скороспелый, в том плане, что, ну, 90 дней ему нужно, да, то есть для северного винограда, что это крайне важно. И огромный его плюс, что он плодоносит с первой и даже нулевой почки, если в случае отмерзания и так далее. Поэтому, пускай он не крупный, но он бескостный, он вкусный, то есть это надежно, можно, он, вот в нем же и название даже, Reliance, это вот это надежный, то есть, что мы надежно можем угостить и кормить своих детей. Вот. Я проращу эти саженцы. Часть я, когда уже корни пустят, я родом тоже из Белгородской области и на родину в Равенской район отправлю. У меня у кума четверо детей. Вот, я ему уже этот Юпитер отправлял, еще какой-то сорт. Вот. И так вот потихоньку вся Россия покроется столовыми сортами винограда. Вот. Но чего? Всех сегодня с праздником единства. Вот. Всех-всех поздравляю.